Гусева. Если ты это видишь, значит, у нас все получилось. Машина в сервисе же, вот, а из-за коробки нихуя не поместится, а ему типа в 7:30 где-то, ну в 7 часов уже надо это отвезти, а он сейчас на встрече, и поэтому я думаю, что ты дома, чтобы я тебе коробку завезла. А может, я тогда за вами заеду? Ну, потому что я уже на Беларике. Тут как бы немножко это, пробка. Все, заебись. Тогда скинь мне смс-ка адрес. Бля, прости. Ладно, все, давай, скинь. Спасибо, давай. Давай, пока. Пойдем в дверь твою закрытую, в предбанник. Пойдем, мы ее сломаем, если что. Гусева будет это, нет? А, это рыба. А там не оладушки? А? Оладушек нет? Постные оладьи. Либо десертики постные. Mm-hmm. Постные десертики. Короче, ждем Наташку с ромашками, с Чулком и с Камилкой, потому что у Камилки ключи. Мы не можем зайти Гусеву домой. Да, я сейчас с рулоном для присвола и дискоболом. Будем сегодня зажигаться. Yeah.
никакого разврата, никакого грехопадения, только правильная еда. Заказала и билеты вообще, объездила весь мир вместе со своим любимым человеком и маленьким ребеночком в рюкзачке. В каком рюкзачке? Куда пошла? Не в рюкзачке, а в животике. Сначала в животике, а потом в рюкзачке. Все, народ, тихо. Ни звука. Я тебе тоже туда пойду. Тихо. Тихо, все.
охота на произвольно. Читай. Хочешь дико проснуться, потому что когда мы подошли к квартире, я поняла, что не закрыты замки. Все, визит. Было очень страшно, реально, Даша не может типа открыть, и мы не можем открыть дверь, и понимаешь, что закрыто изнутри. Я говорю, друзья, там кто-то есть, родители меня убрали. Нет, это же хуя кого есть. Да, и мы реально хотели же вызывать милицию. Я же говорю, я говорю, я подозревала, вообще не подозревала. У меня не было мысли, мы ехали с Дашей ко мне домой завести магнит и поехали гулять. So, are you ready to go? Do you wanna go? Do you wanna go? Go, 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 go. Do you wanna go back, back to the wild? I wanna go. I wanna go back, back to the wild. Помидоры-то хуляшки кто убирал?